Чрезвычайный полномочный посол Чешской Республики Владимир Реймик посетил Нижний Новгород. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с ним в Кремле. Стороны обсудили перспективы делового сотрудничества. Сегодняшняя миссия, господин посол вместе с торгово-промышленной палатой организовал приезд сюда серьезной бизнес-миссии. Они будут встречаться с нами, с нашими деловыми кругами. На сегодняшний день у нас объем розничного товарооборота в районе 90 миллионов долларов. Несмотря на то, что товарооборот за последние годы снижается, потенциал у обеих сторон гораздо шире. К тому же Нижегородская область является серьезным партнером Чехии в сфере машиностроения. Нам надо активизировать контакты в области сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, в области промышленности и в области организации транспортной инфраструктуры. Даже наш сегодняшний проект «Аэропорт» Стригина, генеральный подрядчик у нас там чешская компания. Губернатор заявил, что область и республика не просто деловые партнеры, а верные друзья. Кстати, в прошлом году большая чешская делегация участвовала в бизнес-саммите, а регион провел презентацию своих возможностей в чешском посольстве. Все дальше продвигается понимание чешских компаний, что если, так сказать, иметь успех или рост товарооборота, я не знаю, выручки и всего прочего, локализовать производство сюда. Есть несколько хороших примеров и по стране, по России, и я думаю, что основное, что это понимание этого процесса, и я очень надеюсь, что это способствует дальнейшему развитию. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Посол Чешской Республики пригласил нижегородскую делегацию на выставку машиностроения в город Брно, а чешская делегация будет готовиться к 4-му международному бизнес-саммиту, который пройдет в сентябре на Нижегородской ярмарке.